Такой-то мне и нужен. Отличная будет охрана для волшебного пера. Завоет вьюга, уйдут сомнения, и я у власти, и мне перо. Ведь злость и зависть — мое творение, а я над всеми сею зло. Сею зло. Сидят, подарков ждут. Ну да, здравствуй, Дедушка Мороз, ты подарки нам принес. Одному компьютер, другому конструктор. Как вам не стыдно, а? Ну ничего, теперь все будет иначе. И стишки в том числе. Теперь вы все будете приходить ко мне и говорить: здравствуй, тролль, наш любимый дедушка. Принесли тебе мы хлебушка, мандаринов 5 кило. Мне на радость, вам на зло. Или вот, что за звуки, что за звон? Это мне несут айфон. 10 килограмм конфет и в придачу к ним планшет. И, конечно, я потом в дар приму огромный дом. Тря-ля-ля, тря-ля-ля, в дар приму огромный дом. Фу, 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 место, место, я сказал. Теперь никто и на пушечный выстрел к перу не подойдет. А то ведь наверняка найдутся прохиндеи из сказочного города, которые захотят забрать его у меня. Теперь пускай попробуют. А ведь сейчас самое время пойти и приготовить большой мешок для подарков, которые будут мне дарить. Тра-ля-ля, тра-ля-ля. Будут мне дарить. И страшно. Ой, что это? Попробуй нас освободить. Как же я вас освобожу? Как только я подойду, они меня тоже схватят. Эй, попугай. Это кто? А, Марс! Да успокойся ты! Я тебе ничего не сделаю! Да-да-да! Это-то точно! Ты же цепи прикован! Зайка, это же перо! То самое! Как же глупо получилось! Мы так долго его искали! И казалось бы, вот уже руку протяни! И тут же оказались в плену! Послушай, попугай! Значит так, ты освобождаешь меня, а я освобождаю их. Ага, нашел дурачка. Я тебя освобожу, а ты меня тут же исцапаешь. Да пойми же ты, этот тролль меня специально приковал цепью, чтобы я перо охранял. Мне так не нравится сидеть на цепи. Ну ты что, мне не веришь? Я только верю своим глазам. А глаза мои видят, что ты злобное, агрессивное существо. Вот, зайка, я тебя предупреждал, что нас подстерегают опасности, а ты не верил. Вот и результат. Ты куда, эй? Подальше от этого жуткого места. Ты бросишь своих друзей? Друзей? А я к вам в друзья и не набивался. Без дружбы нельзя, это знает любой. Дружите, дружите, но только с собой. Вы ищете друга в далеких краях. Это я!
любить, никого не любя. Любить, любить, но только себя. Подарок, событие в каждой судьбе. Дарите, дарите, но только себе. Но только себе! Трус! Трус! Что такое? В чем дело? Ага, явились, голубчики! За перышком пришли? Да? Думали, так легко взять его у меня? Не тут-то было! Наивный! Жалкий! Вы к кому пришли? Великому троллю? Вы думали, что я легко откажусь от власти над всем миром? Ради чего? Ради вас? Ради вас всех? Чтобы вы все время веселились и получали подарки? Так не бывать этому никогда! Слышите? Никогда! Сейчас! Фас! Сожри их! Все, кончилась твоя власть. Возвращай перо и убирайся отсюда по добру, по здорову. А то... Мысли, чувства, все в огне. Думай только лишь о сине. И я замкну на 5 замков. Сердце, разум, душу, кровь, пятой волей закую, вечно спать тебе велю. Я велик, ха-ха-ха, я всемогущ! Убирайся вон! Все, Рагнар, дай 5. Ты спасла не только нас, но и волшебное перо чудо-птицы. А это значит, ко всем кто придет? Правильно! Рано радуйтесь! Ха-ха-ха-ха! Что такое? Что с лицами? Да, именно таков был мой план. Зачем? Зачем ты это сделал? Зачем? Да, мне абсолютно все равно, наступит Новый год или нет. Меня всегда бесила эта чудо-птица, которая возомнила, что только она самая красивая. Все, пера больше нет, она не горит. А это значит, что птичка больше никогда не прилетит. И на целом свете останется только один, единственный и неповторимый я. Чудо-попугай! Ха-ха-ха-ха! Пёрышко, пёрышко, гори! Вот и всё.